Так, ну Сейчас садись. мне хавать надо. А хавать? Именно хавать или пить? И то, и другое. Тебе хватает там на молоко? Нормально или еще надо? О, сидит, сидит. Ну, вот тебе одна помидора захавай. Да не, у меня хавка на фул. Окей. Он воды больше восстанавливает на нехавке. Короче, я предлагаю сейчас, пока он там сыт, посмотреть огород. И потом за компонентами съездить. Ставь тут землю. Да, да. Квадратный чисто. А, у меня нет больше. Все? Все? Ой, все. А, нет, подожди. Кокаиновый. А, так подожди, он уже одобрения нету. Да, sure. А сколько ведер у тебя? У тебя одно ведро? Да, да. Матвей, у тебя есть ведро? Два. А, два? А Матвей... У меня я оставил возле... Дай Матвею одно ведро, го, вот там вот озеро, видишь? Серьезно, через одну минуту? Так, я предлагаю небольшую ограду сделать. Не надо, не трать, не трать их. Так нормально, и мало ли. Если ничего не случится, тогда просто уберем ее. Мы ничего не потеряем. А, ну можно и так. Ставь имя пока дерево. У меня дерево два стака. Нормально. Матвей, алё. Ладно, короче, давай отбиваться тогда. Алло. Алло, дай Матвею ведро одно. Да, да. Сеня, давай ему дадим все три. Матвей, алё. Да. Ты где? Я в кокаине. Бери все три ведра. На. Ой, все, они идут. Бери все три ведра. Взял? Ладно. Да. Иди сюда. Короче, иди наполни... Нет, устань с тачки. Иди наполняй все три ведра вот в том вот озере. И приходи сюда, поливай огород. Мы пока будем отбиваться от рейда. Так. Набрал три ведра? Все, иди сюда. Давай поливай огород. Постарайся так, чтобы ты одним броском полил две грядки. Давай сюда, это кидай. Что? Постараться. Одним броском две грядки полить, постарайся. Это как? Я... О! Здесь... Блин. Ну, а теперь беги за новыми тремя ведрами. Под музыку зато. Ну ладно, начало есть. О, вон, видишь, там антенна, поехали туда. Ладно. Близко довольно. Я не знаю, скорее всего, вырубать сейчас буду.
Могу минут 10 еще. Ой, все там чилы. Давай. Ой, чего так много? Поливать все грядки или только здесь? Да. У компонентов были сдавно. А нельзя грядку ближе к реке пред? Ну, можно, но уже в следующий раз, может быть. О, компоненты собирай. Да, а, да. Показалось, тут нет компонентов. Там ящик с дропом, да. Собери. А, сено. О, сено можно бить. А в сене ничего. Еще ящик с дропом. О, набор компонентов, плата. Еще сено, еще ящики. Еще наборы компонентов. О, ящик в сене был. Еще компоненты. Да. Морковка. Еще ящик в сене. Еще компоненты. У меня 9 компонентов уже. У тебя один, да? Два. А, ну, можно сказать, все. Посмотри, сено, в сене, у нее два ящика в сене нашел. А, это все, да? О, через 20 минут там. А, наверху там еще такое-то, да, подстроить. У нас разводится, ворнинг. Не авторизированный. Поставь себе русский язык. А и германский максимум поставлю. Ты русский попробуй. Нет, короче. О, да, там есть ящик. Деуч, я ставлю деуч. Забей, не злость, это один ящик, я его сейчас возьму. Снимай там все. А, или подожди, там что-то выше еще есть. Там еще что-то повыше. Разве? Ну, не знаю, может. А, нет, это просто антенна, она сама это ничего. Я французский ставлю. Че попухунце. Пехендер. Через 18 минут рейд на грядке. Так, ну поехали тогда. Я убру. Че я полил? Ага, все, сейчас мы едем уже назад. Прям рейд на один из плодов. Лежащий полицейский. Как-то странно у тебя полицейский лежащий. Вставляй компоненты, короче, у себя, у меня ровно 10. Так. Здесь... сколько у кого железа? Надо еще 40 железа. Мне не хватает 40 железа. У меня десятка есть. Смотри, сколько у тебя железа? Нет. А, не, есть 4. Ну, не знаю, нет, 4 или что. А блок для металла бими. Нет, это металл. Ладно. Го тогда сюда. Что? Что там? Вау! Кто вообще имба? Нам пулялось, он пулялось за этим. Так что случилось? Может тут еще будут? Нормально так. О, колесо! Это такая масштабненькая обнова. Ну да, слушай. О, здесь редиска валяется. А, нет, показалось, это мусор.
Короба с ядеркой. Что? Корова тут. У улей. Там соты будут, да? Все залутать улей. С него что-то выпадет, но с ним вообще можно взаимодействовать. А, да, соты дропают. О, подводный мир. Ракушки. А что за ракушки? Не знаю, зачем я собрал ракушки, короче. О, нефть! Здесь нефть есть. Нефть? Что? Я нефть, честно, собираю. Нефть и ракушки. Это нельзя. Я начухал березку. Короче, у меня 232 доски, я не знаю, куда их девать. У меня 300 досок. Куда мы их девать будем? Да поверь мне, они очень быстро строятся, блоки. Типа, строятся? Угу. Ой, вижу еще одну локацию. О, бежит кот. Это кот. Еще два кота. Что мне делать? Тут незабудки растут. Побегай, поищи оранжевых роботов. А, тех, которые уроды? С вилами, да. Их, с них надо руки залутать, железо, двоих надо убить. Да, у меня есть 30 тут. О, у меня 60, так все нам достаточно. Ой, я ведро нашел пустое. Иди на базу, сейчас приду, какую-то просто пещеру подводную нашел. О, кто это? Что? Я кого-то кента нашел. Нету роботов оранжевых. Да не надо, все забей, уже достаточно. Забор. Ща я добегу. Просто вроде очень медленный. Я собрал 30 нефти. Не знаю, как из нее делать потом что-нибудь. Сколько ты говоришь у тебя? О, там какое-то здание заброшено. Металла. Тридцатка. А там надо 90, да? О, да, да. Ну вот, нормально, ровненько. Чекайте, что у меня есть. Я в пещере подводной нашел. Не, вот так нельзя. Его можно только вот просто взять. Ладно. А еще я нашел стекло на том месте, где мы были. Так что я могу вот так вот сделать. О, давай. Секунду. О, Матвей, иди сюда. Сейчас. Если я спрыгну с крыши. А, мне уже две микросхемы. О, тут просто рука валяется без робота. Ну, соскреби тоже. Это у нас ноль железа. О, так все, и бабот мастер у нас есть. Крафтбот. Ага. У меня есть 14 металла.
Иди сюда. Иди сюда. Чекай. О. Кого я принес? Я нашел его в пещере водной. Кота? Это кот. Его можно бить. Он будет бегать. Надо. Это кот. Это кот. Короче, у нас есть крафт-бот теперь. У нас кот. Я тебе скину железо мне, но я тебе все скину мне. Да не, у меня места мало, держи у себя. А, ну... Я из всех слотов. У меня два слота только свободных. Ой, я... Из 40? Да. Сейчас, я вот сюда поскладываю все. Сюда к сундуку. А, как сундук, кстати, скрафтить? Клей, а этот крафтбот сделал на этой штуке. Ой, я могу клей сделать. А из клея сундук, по идее. О, можно типа руку сделать. Да? А можно стекло для ламбродини. О, чашку. Сейчас, подожди. Металлический блок один. Металлический блок один. А нужны обычные плохие металлические блоки, обрыганные. Где это наш Кент? А, вот он.